новой покупочке у нас рассказывала. Купила вот такой наборчик. Магазин Dixie, сетевой. Я считаю, что за такую стоимость это вообще просто смешно. 300 рублей. Набор состоит из такого коврика разделочного. Такого вот. И ножика. Ножик для разделки теста. Потрогала? Оказался довольно-таки остреньким. Коврик. Интересно, что про него написано. Я-то думала, что он просто для разделки. Оказывается, еще и для выпечки теста он подходит. Так, температурный режим составляет от минус 40 до плюс 230 градусов. Вот так вот. Ну, конечно, Китай. Материал силикон, а ножик пластик. Вот такой вот. Очень даже мне показалось интересным. Размер у коврика 40 на 30. Так что, кому интересно, бегом в Dixie. А такую штуку, это не я купила. К своему стыду и позору, что называется, у меня такой штуки не было никогда. Хотя я видела в разных роликах у блогеров про эту крышку, не выкипайку. Но в магазинах я видела такие какие-то фирменные. Мне казалось, что дороговато за эту ерунду. Вот эту штуку, это не я покупала, это дочка мне привезла в подарочек такой. Ну, так, в принципе, здорово написано про нее, что, посмотрите, даже можно использовать как проварку. Не знаю, правда, что там особо там много не положишь. Ну и вообще, интересная такая вещичка. Ну и опять-таки, конечно, Китай. Попробую потом. И еще один подарочек дочь привезла. Коврик для противня, для выпечки. Алиса, ты спрашивала, где? Я посмотрела. Ну, я же не спрашивала, где она покупала. Но посмотрела, здесь стоит фирменный знак. Вот. Что это IKEA. Сделано, конечно, тоже в Китае. Размер 41 на 31. Стоимость не знаю. Даже дочка привезла. Очень она пользуется. Очень довольна, ей очень нравится. Противни, самое главное, так сильно не пачкаются, как обычно.